Наконец-то время пришло! Еще пара минут, и я увижу ее! Черные, как смоль, волосы, проницательный взгляд! Скоро мир узреет идеальную красоту! Что тут происходит? Сьюзи, ты уже вернулась! Упс! Сэмми, а что ты собирался делать с этими бедными куклами? Уэнсдэй, она самая крутая девчонка в Невермор и самая красивая. Но ведь просто можно покрасить им волосы или сменить макияж, прически. Ты не понимаешь, у нее подходящий цвет волос, а у нее форма глаз. Нужно полное преображение. Погоди, есть идея. Я тебя кое с кем познакомлю. За мной. Dance with my hands. Привет, друзья! Как вы уже догадались, сегодня я стану Wednesday. Я больше не могу ждать! Махалайки! Ах, ну прекрати! Ладно. Для начала избавимся от старого наряда. Теперь можно приступать к работе. Да уж, с трудом представляю себе Wednesday Адамс в голубом. Хотя мне идет. Цвет волос у нашей куклы подходящий. Это хорошо. У нее даже челка есть. Только нужно прикрыть волосы, чтобы не запачкать. Но мы же будем рисовать ее новое лицо, да? А то сейчас она слишком милая. Помогите! С этим не поспоришь. Возьмем ватные диски и жидкость для снятия лака. Нам понадобится немного терпения. Кстати, не забудьте надеть перчатки. Точно! Настоящий мастер всегда бережет руки. Так, посмотрим. Жуть, правда? Думаю, Уэнсдэй бы понравилось. В ее стиле. И не говори. Может, ты прав. Друзья, а вам нравится наш жуткий персонаж? Тогда срочно ставьте лайк. И подписывайтесь, если тоже смотрели сериал. А ты весь сезон посмотрел, Сэмми? Или только до серии с балом? Сэм очень хочет выучить тот самый танец. Я почти его выучил. Сью, ты уже все вытерла? Ага. А теперь, чтобы новый макияж лучше держался, нужно покрыть лицо куклы праймером. Обязательно работайте в хорошо проветриваемом помещении и под наблюдением взрослых. Сьюзи, ты серьезно? Думаешь, это страшно? Ну ладно, я просто хотела почувствовать себя оборотнем и Нит. Ох, Сьюзан, не отвлекайся. Девчонку-оборотня смастерим в другой раз. О, ну хорошо, если это видео наберет 1 000 000 лайков. Отлично, надеюсь, ваши акварельные карандаши заточены как следует. Мы начинаем. Осталось только обвести контур губ, и мы увидим черты лица Уэнсдэй. О, Брокколи! Сьюзи, я все испортил! Сэмми, что такое? Мы с Юни хотели заточить карандаши, и вот! Ох, не огорчайся! Лучше принеси мне точилку. Друзья, мы скоро вернемся. И оп! Отлично! Мы завершили первый этап. Сьюзи, никогда не думал, что скажу это, но... Мадемуазель Уэнсдэй не хватает красок. О, не волнуйтесь, месье Манифик, мы решим эту проблему. Но сначала нам нужно, чтобы ее лицо было мертвенно-бледным. Ты читаешь мои мысли? В смысле, это очень модно. О, Сэмми, ты сейчас похож на члена семейки Адамс. Я серьезно? Сэмстер Адамс, леди и джентльмены. Что же, мне всегда нравился дядя Фестер. А в сериале он помог оживить... Нет! Я прошу прощения. Сью, а вдруг еще не все посмотрели сериал? Ладно, ладно, ты прав. Молчу как рыба. А какого цвета у нее глаза? Карие! Нет, погоди, нужно погуглить. Глаза Уэнсдэй. Ого! А ты знала, что режиссер просил актрису не моргать? Я тебя о другом спрашивала. Ладно, хорошо. У нашей Уэнсдэй будут карие глаза. Конечно,
Конечно, это очень тяжелая работа, но результат того стоит. Сэмми, что скажешь? Прошло слишком много времени, и я стал волком. Это мистер Хайд! А этой девушке твой новый имидж по душе, Сэмми. Смотри, как она улыбается. Что же, я определенно вижу сходство с Уэнсдей. Но где же ее мешки под глазами? Их легко можно дорисовать. Нанесем тени на внутренний уголок глаз, потом растушуем. Сейчас мы займемся прической, а потом кое-чем еще. Чем, скажи, Сью? Это пока секрет. Друзья, оставайтесь с нами. Теперь я заинтригован. Что же, идеальные смоки айс готовы. Осталось только добавить ресницы. А затем мы поработаем над бровями. Пара ловких движений. И все выглядит очень натурально. У-ла-ла, чем естественнее макияж, тем больше времени на него уходит. Ну что же, мистер Великий Эксперт, что скажете? Прекрасно, но не хватает одной маленькой детали, веснушек. О, точно! Да-да, я понимаю, что ты не любишь солнце. Отлично! Теперь прическа. Она простая, поэтому может обойтись без парикмахера. Без парикмахера? Ну это просто возмутительно! Поверить не могу! Вот это да! Сью, мы уже заканчиваем, а я даже не сделал ничего! Ну хорошо, я раскрою тебе секрет. Кроме Уэнсдей сегодня... Я хочу смастерить еще одного члена семейки Адамс. Вещь! Чендер, меня раздери, звучит потрясающе! Итак, моя прекрасная леди, готова ли вы отдать мне свою руку? Прошу прощения, я хотел спросить, с чьей руки мы будем рисовать эскиз? Ты все не так понял, хотя твой подход вполне в стиле Уэнсдей. Из проволоки мы создадим корпус руки. Но вещь не такая тощая. С помощью фольги мы добавим объема. Вот так. И еще понадобится полимерная глина. Друзья, а вам нравится с ней работать? Если да, то не забудьте поставить нам лайк. А чтобы вещь верой и правдой служила Уэнсдей, глину нужно запечь. О, прекрасно, Сью! Дядя Фестер именно так бы и сделал. Отлично, духовка тоже подойдет. И не забудьте украсить вещь, этот персонаж довольно колоритный. Итак, здесь у нас швы, но пока они не очень заметны, нужно это исправить. И главный помощник Уэнсдей готов. Где она? А? О чем это ты? Сью, она еще не готова! Говорит, что мы забыли про ее наряд! О, точно! Все в порядке. Сейчас мы это исправим. Подходящая ткань в горошек у нас есть. А я пока сниму мерки. Готова? Ага. И еще немного. Ага, и тут. Сьюзи, вот выкройка. Все в лучшем виде. Ага, посмотрим. Хорошо, все есть. А теперь. Обожаю так работать. И еще раз. Отлично, теперь примерим. Ты роскошно выглядишь, дамы и господа, Уэнсдей Адамс. Ох, я так долго мечтала тебя увидеть. Позволь мне выразить свое восхищение. Он что-то изобретает, а мне потом убирать. Фу, а это что такое? Не ругай Сэма, Сьюзи. Его пытливому уму необходимо проводить эксперименты. Тебе легко говорить. У тебя есть отличный помощник. Вот бы и мне такого. Так я и знала, ты любишь вещь больше, чем меня. Прощай, наша встреча была ошибкой. Я шучу, нет никого лучше тебя. Правда? Слышал, это моя тема.
территория. Друзья, вам понравилась наша поделка? Ставьте нам лайк и подписывайтесь на канал. И не забудьте пригласить друзей, ведь вместе веселее. Пока-пока.